Они тихо-тихо ехали домой. Оба в скучающей обстановке смотрели друг другу в глаза. Оба хотели веселья, но не могли друг другу позволить. Сегодня днем они ездили достраивать баню. Но, увы, сегодня выходной. Они заехали в пивко и взяли 3 полторашки пива. Хоть даже на последние денежки, но все-таки их грызла совесть. И они боялись друг другу посмотреть в глаза. Вова сзади сидел и тихо-тихо жевал жвачку. Ну вот они разогнались. Быстрее домой. Налить стаканы быстрее. Хлопнуть бокал пива. И забыть всю негативную обстановку. Хлопнуть бокал пива, и жизнь заиграет бурными красками. И все встанет на круги своя. Но завтра утром они встанут и поедут доделывать баню. И опять будут грустно-грустно смотреть друг другу в глаза. И им захочется похмелиться. Затопить баньку. Нарезать рыбку. Положить чипсы. Налить бокал пива и хлопнуть опять бокал пива. Подать жару. И провести весело-весело вечер. Ну, извините, но увы. Они в запрете. Они заезжают на свой любимый район под названием Шанхай. Этот Шанхай славится уже на весь мир, потому что здесь живут единственные блогеры. Блогеры Коршуновы. Гордитесь, ребята, что мы здесь живем и что мы с вами.